16 камер, почти рекорд. Здравствуйте. Сегодня у нас, судя по наполнению зала, достаточно интересная пресс-конференция, встреча. Мурат Дзязиков, президент Ингушетии. На Кавказе нет слабых народов, там немужественных народов, плохих народов или как бы непонимающих народов. Все на Кавказе, на юге нашей страны, включая Донское, Терское, Кубанское казачество и Ингушетию, это очень достойные люди, и каждый мы у себя наводим порядок. Этим и отличаемся от других регионов и от другой части света. Никогда в жизни, абсолютно, ни одна сила меня не заставит неконституционно поступить. Я в то же время не согласен с тем, кто там говорит, что там надо любым образом проводить мероприятия. Я категорически противник проведения каких-то там мероприятий в масках, без опознавательных знаков, затемненных стеклах. Это те же террористы получается. То есть мы являемся пособниками террористов, если мы проводим таким образом работу. Затемненные машины заезжают, в лучшем случае у него впереди номер, сзади номера нет. А я спрашиваю, а что он? Я его приглашал или народ приглашал. Что эти люди делают, заезжают, для чего в республику? Естественно, мы с них будем спрашивать. Естественно, мы их не пускаем. Естественно, это ответная реакция. В республике площадку республики Ингушетии для экспериментов сделать никому не позволю. А то, что вы спрашиваете, это будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока те деньги, на их которые брошены, они не кончатся. Потом будет опять, потом будет какая-нибудь новая технология, потом опять к нам вернутся, и потом опять начнется информационный терроризм по отношению к республике.